Всем привет! И в этом видео я хочу поговорить на тему хайп. Что такое хайп? Почему в последнее время слово хайп все больше и больше? Кратко говоря, хайп — это шумиха в какой-нибудь медийной сфере. Допустим, в свое время видео как Harlem Shake, Oppa Gangnam Style набрали немало просмотров. Вот они таким образом захайпили в свое время. Но в данное время якобы хайп уже ушел, и о них уже все забыли. Помните игру Pokemon Go? Вот в свое время он тоже захайпил и ушел. Также со спиннерами. Это была такая игрушка, которая крутится. Прошло время, и о них уже все забыли. Хайпы бывают в разных сферах. Допустим, хайпят какие-то игры, фильмы, какая-то новая музыка, новый iPhone. Допустим, в прошлом году хайпанул фильм «Оно». Шумиха была до того, как фильм вышел на прокат. Также позапрошлом году. Фильм «Отряд самоубийц». Прошло время, и о них уже все забыли. А что про музыку? Помните музыку «Нума Нума», который захайпил в свое время? Но рэпер Дан Балан решил заново вернуть тот хайп. Он выпустил второй Нума Нума. Ведь что-то новое — это хорошо забытое старое. Кто знает, может через 15 лет кто-то выпустит Деспасито 2. И товар, который хайпит каждый год. Это, конечно же, iPhone. Каждым годом кардинально ничего не изменяется. А сцены все выше. Apple молодцы. А самая недавняя хайповая тема, это, конечно же, бой UFC Конора Макгрегора против Хабиба Нурмагомедова. Ведь пройдет время, и хайп пройдет, и все забудут об этом бою. Я проигрывал, но я всегда возвращался и побеждал. Не думайте, что это закончится. Так что же мы имеем? Что такое хайп? Хайп — это какая-то шумиха в определенной сфере, где все люди дают внимание этому событию. Это новое молодежное слово, которое пришло нам с Запада. Слово «хайпану» — это означает, что прославился чем-то. И людей, которые хотят больше хайп, называют хайпажорами. Все ради хайп, все ради бабла! Спасибо за просмотр, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии.